Добро пожаловать в тренировочный модуль Доминиона для будущих командиров. Здесь я расскажу тебе об интерфейсе и об управлении войсками. Для начала выбери морпеха, щелкнув по нему левой кнопкой мыши. Приказы будут! Сведения о выбранной боевой единице отображаются в нижней части экрана. Кроме того, команды для управления единицей отображаются в правом нижнем углу экрана. Теперь щелкни по маяку правой кнопкой мыши, чтобы морпех начал туда двигаться. Отлично, рекрут! А сейчас ты узнаешь о движении в режиме атаки. Морпеху можно приказать перемещаться, автоматически атакуя всех противников на своем пути. А теперь отдай команду для движения в режиме атаки. Для этого нажми клавишу атаки. Так ты перейдешь в режим выбора цели. Затем щелкни левой кнопкой мыши по точке назначения. Все понятно. Молодец, командир. Ты с легкостью следуешь базовым инструкциям. На мини-карте, расположенной в нижней левой части экрана, можно просмотреть все поле боя. Чтобы переместить выбранную область, подведи указатель мыши к соответствующему краю экрана. Попробуй центрировать камеру на выделенной области. Обнаружены силы противника. Высылаю подкрепление. Ты можешь щелкнуть по мини-карте левой кнопкой мыши, чтобы изменить обзор поля боя. Я указала на мини. Прекрасно, командир. Твои результаты превосходят среднестатистические показатели. Перед тем, как атаковать противника, сперва выбери всех морпехов. Давай, удиви меня! Доминион ценит слаженность. Ты можешь отдавать команды группе войск так же, как и отдельной единице. Прикажи морпехам передвигаться в режиме. Приказ получен! Поздравляю с завершением упражнения. Теперь ты входишь в 90% лучших рекрутов Доминиона. Получаю сообщение. Командный тренировочный модуль прерван. Значит так. У нас возникла проблема, для решения которой требуется командир. А ты лучший рекрут, которого я видел за последние месяцы. Хочешь испытать себя в деле? Добро пожаловать на Таурус-4. Не самая приятная планета в этом секторе. Группа наших исследователей на прошлой неделе отправилась на поиски артефактов протосов. Эти ботаники до сих пор не вернулись. Возможно, что-то случилось. Нужно обустроить базу и отправить за ними поисковый отряд. Командный центр уже приземляется. Тебе понадобится КСМ для добычи минералов и обустройства базы. У нас мало минералов. Давай отправим КСМ на их добычу. Что происходит? Будет сделано. Что стряслось? Щелкни левой кнопкой мыши и растяни рамку на КСМ. А затем щелкни правой кнопкой мыши по скоплению минералов. Что? Ну вот. Так они и будут добывать минералы, пока ты их не остановишь. Как будто им за это платят сверхурочные. В верхнем правом углу экрана видно, сколько минералов у тебя есть. Нам нужно больше КСМ, чтобы собрать необходимое количество минералов.
Для строительства КСМ используй командный центр. Игра приостановлена. Игра возобновлена. Сначала выбери командный центр. Так, а теперь щелкни левой кнопкой мыши по кнопке «Построить КСМ», чтобы построить дополнительные КСМ. У тебя хорошо получается. Для строительства КСМ требуется время, но ты можешь задать очередь из нескольких КСМ. Для оптимальной добычи нам нужно 12 КСМ. Я помещу эту задачу в верхнем левом углу экрана, чтобы тебе было проще отслеживать прогресс. Можешь не благодарить. КСМ готов! Ничто не дается просто так. Обучение любой боевой единицы на базе требует припасов. В верхнем правом углу экрана показано текущее и максимальное количество припасов. Если ты достигнешь лимита, мы не сможем обучать войска. Однако КСМ могут построить дополнительные хранилища, чтобы увеличить этот лимит. А теперь отдай КСМ команду построить хранилище. Щелкни левой кнопкой мыши на земле, чтобы подтвердить строительство. Пока что он будет занят хранилищем, но потом ты сможешь поручить ему другую задачу. КСМ закончил работу. Ну, вот так. Хорошо. Именно столько КСМ нам и нужно. Нам также нужны казармы для обучения войск. Выдели КСМ и прикажи ему построить казармы. Выбери одного из КСМ. КСМ готов. Щелкни по кнопке «Построить здание», чтобы открыть... Щелкни по кнопке «Построить казармы». Щелкни по кнопке «Построить здание», чтобы открыть меню строительства. Выбери одного из КСМ. Щелкни по кнопке «Построить казармы». Щелкни по земле там, где хочешь их разместить. Да, да. По-моему, совсем неплохо. А теперь давай обучим морпехов. Нам потребуется 5 морпехов. Для твоего удобства я указал эту задачу в списке. Что происходит? Вооружен и опасен. Бегом, марш! Приказы будут?
удиви меня! Прочь с дороги! Как скажешь. Продолжай в том же духе, и скоро получишь повышение. А теперь давай пустим этих морпехов в дело. Пора отыскать пропавших ученых. Выбери морпехов и прикажи им отправиться на мост. Эй, кто на новенького? Выбери морпехов и прикажи им перейти мост. И будь начеку. Давай, удиви меня! Выбери морпехов и прикажи им перейти мост. И будь начеку. Вооружен и опасен. Выбери морпехов и прикажи им перейти мост. И будь начеку. Брось с дороги! А? Чего пугаешь? Да! Выбери морпехов и прикажи им перейти мост. И будь начеку. Выбери морпехов и прикажи им перейти мост. И будь начеку. Выкладывай. Бегом, марш! Выбери морпехов и прикажи им перейти мост. И будь начеку. Кому навешать? Выбери морпехов и прикажи им перейти мост. И будь начеку. Есть работенка. СМ готов. Брось с дороги! А? Выбери морпехов и прикажи им перейти мост. И будь начеку. Кому навешать? Выбери морпехов и прикажи им перейти мост. И будь начеку. Кто на новенького? Выбери морпехов и прикажи им перейти мост. И будь начеку. Вооружен и опасен. Еду. Выбери морпехов и прикажи им перейти мост. И будь начеку. Выбери морпехов и прикажи им перейти мост. И будь начеку. За твой счет. Понял. Что происходит? Выбери морпехов и прикажи им перейти мост. И будь начеку. Отбой! Места мало! Да, да. Выбери морпехов и прикажи им перейти мост. И будь начеку. Задавим их интеллектом. Выбери морпехов и прикажи им перейти мост. И будь начеку. Как скажешь. Подожди, командир. Я получаю данные спутникового сканирования. В данной области отмечены биосигналы зергов. Нам нужно быть осторожными. Использую передвижение в режиме атаки для разведки местности. Так морпехи будут готовы к встрече с врагом. Кто не дождусь? Окей. Вот и наши ученые. Точнее, то, что от них осталось. Нужно сообщить обо всем в штаб.
Оставайся здесь и жди дальнейших указаний. Новый слуга, я мать стаи, твоя повелительница. Для начала ты заставишь тиранов страдать за то, что они ступили на эту планету. Вскоре я присоединюсь к тебе с подкреплением. Подготовь улей к моему прибытию. Инкубатор, сердце нашего улья. Время от времени он автоматически порождает личинок. Мы можем заставить их мутировать в более полезные формы. Тебе не хватает припасов, и твой рой не может расти. Прикажи одной из личинок мутировать в надзирателя. Да. В дальнейшем тебе понадобится больше надзирателей, чтобы увеличить количество припасов. В инкубаторе появились новые личинки. Произведи их мутацию в рабочих, и мы приступим к развитию улья. Теперь у тебя выбраны две личинки. Чтобы получить из них двух рабочих, дважды щелкни по кнопке «Мутир». Хорошо. Рабочие собирают ресурсы и мутируют в строение в соответствии с нашими нуждами. Если ты хочешь завоевать эту планету, тебе понадобится армия. Но прежде всего, тебе понадобится омут рождения. Прикажи рабочему мутировать в новый омут. Чтобы создать омут рождения, сначала выбери рабочего. Щелкни по кнопке «Простые мутации». Щелкни по кнопке «Простые мутации». Щелкни по кнопке «Мутировать в омут рождения». Чтобы разместить его, щелкни левой кнопкой мыши по земле. Превращение рабочего в строение необратимо. Нужно мутировать больше рабочих, чтобы пополнить их ряды. Зловонный и отвратительный омут. Прекрасная работа. Пора приступать к мутации зерглингов из личинок. Щелкни по кнопке мутировать в зерглинга, что
Выбери инкубатор и щелкни по кнопке «Выбрать личинок». Выбери инкубатор и щелкни по кнопке «Выбрать личинок». Щелкни по кнопке «Мутировать в зерглинга», чтобы создать зерглингов. Из личинки получается 2 зерглинга. Их сила в их количестве. А теперь я расскажу тебе, как получить более высокоразвитых слуг. Но для этого тебе потребуется Виспен. Неподалеку находится Виспеновый гейзер. Отлично. Вначале прикажи рабочему мутировать в экстрактор над гейзером. После этого другие рабочие смогут собирать из него газ. Для эффективного сбора виспена нужно 3 рабочих на каждый экстрактор. Выбери рабочего, а затем щелкни правой кнопкой мыши по экстрактору, чтобы отдать приказ о начале сбора виспена. Вот так. Количество собранного газа показывается в верхнем правом углу экрана. Теперь ты можешь усилить свою стаю. Рассадник тараканов позволит производить мутации в более мощных существ. Чтобы начать, выбери рабочего. Чтобы начать, выбери рабочего. Щелкни по кнопке «Мутировать в рассадник», чтобы разместить его. Щелкни левой кнопкой мыши по земле. Вижу, твой разум тоже развивается. Рассадник тараканов готов. Пора приступать к мутации тараканов из личинок. Чтобы заставить личинку мутировать в таракана, выбери инкубатор, а затем щелкни по кнопке «Выбрать личинок». Щелкни по кнопке «Мутировать в таракана». Тараканы выведены для того, чтобы выдерживать существенный урон. Их стойкость поможет тебе завоевать этот мир. Что
чтобы заставить личинку мутировать в таракана. Теперь ты знаешь, как управлять стаей. Не разочаруй меня. Пусть тираны трепещут перед нами. Сердце! Морпехи, огонь! Сражайтесь, слуги мои! Уничтожьте их базу! Прикончите их! Они повсюду! На связи 21-я штурмовая дивизия, Таурус-4! Нас атакуют зерги! Нужна немедленная эвакуация! Эта планета теперь принадлежит зергам! Внимание, войны! Мы перехватили сигнал бедствия от тиранов Стауруса-4. Зерги напали на планету. Мы этого не потерпим. Нужно немедленно покончить с врагом. Тираны передавали сообщения отсюда. Похоже, их воины уже заражены зергами. Нужно помочь им обрести покой. Мы, крадущиеся, убейте меня, умоляю. Наши войска прикрыты щитами. Они быстро восстановятся, если перестанут получать урон. Двигаемся дальше. Я должен увидеть степень заражения. Вперед, воины! Посмотрим, что нас ждет впереди. Заманчиво. Будь по-твоему, Вераку. Вперед, воины! Посмотрим, что нас ждет впереди. Очень разумно. Как я и боялся, заражена вся планета. Нам потребуется золотая армада, чтобы ее очистить. Скоро зерги возьмут нас числом. Нужно отступать. Ради возмездия. Наши сталкеры могут преодолеть завал с помощью способности скачок. А сердце тьмы. Используй скачок. Я не буду слушать. Эти строения давно заброшены, но мы можем снова их задействовать и продержаться здесь до прибытия армады. Мы едины с... Нам нужен пилон для питания врат. Прикажи зонду вызвать рядом пилон.
начала, выбери зонд. Для начала 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 выбери. Щелкни левой кнопкой мыши по кнопке «Вызвать строение», чтобы открыть меню строительства. Для начала выбери зонд. Щелкни по кнопке «Вызвать пилон», щелкни левой кнопкой мыши по земле рядом с вратами, чтобы восстановить их питание. Пилоны питают ближайшие строения и обеспечивают припасами войска. Наши зонды крайне эффективны. Начав вызов строения, они могут заняться другими задачами. Врата снова действуют. Используй их для вызова зелотов. Что ты предложишь? Чтобы удержаться, нам нужно больше зелотов. Используй врата для их вызова. Чтобы удержаться, нам нужно больше зелотов. Теперь у нас достаточно зелотов. Но нам нужно больше сталкеров, чтобы выстоять в бою. Для их вызова потребуется построить кибернетическое ядро. Щелкни левой кнопкой мыши по кнопке «Вызвать». Щелкни по кнопке «Вызвать кибер...» Щелкни левой кнопкой мыши по кнопке «Вызвать строение», чтобы открыть меню строительства. Щелкни левой кнопкой мыши по кнопке Щелкни левой кнопкой мыши по кнопке «Вызвать строение», чтобы открыть Щелкни левой кнопкой мыши по кнопке «Вызвать строение», чтобы открыть меню строительства. Жизнь за Ай! Щелкни левой кнопкой мыши по кнопке «Вызвать строение». Щелкни по кнопке «Вызвать кибернетическое ядро», чтобы войти в режим размещения. Щелкни левой кнопкой мыши по кнопке «Вызвать строение», чтобы открыть меню строительства. Сперва выбери зонд. Выхожу из медитации. Сперва
Выбери зонт. Щелкни по кнопке «Вызвать кибернетическое ядро», чтобы войти в режим размещения. Щелкни левой кнопкой мыши по... Хорошо. С помощью сталкеров мы уничтожим этих зергов. Прекрасно. Приступай к вызову сталкеров во вратах. Нам требуется больше сталкеров. Используй врата для их вызова. Используй врата для их вызова. Не хватает минералов. Я здесь, среди теней. Теперь у нас достаточно сталкеров, но не стоит терять бдительность. Зерги приближаются к Нексусу. Войны, клинки к бою! Враги прорываются! Мы должны выстоять! Я здесь, среди теней. Войны, ваша храбрость привела вас к победе. Золотая армада прибыла. Бесчисленный, беспощадный. Начинаю массовую телепортацию. Слабые создания! Вы боитесь битвы? Нет. Мы сражаемся как один.
Если стратегии для вас в новинку, начинать знакомство со StarCraft 2 лучше с одиночной кампанией. Начните свой межгалактический поход с Wings of Liberty, где вам предстоит сразиться плечом к плечу с тираном-мятежником Джимом Рейнером. Вы узнаете историю вселенной StarCraft по мере того, как он будет освобождать народ от гнета доминиона тиранов. На борту крейсера «Гиперион» вам встретится множество персонажей. Видеоролики и ролики на движке сделают повествование захватывающе живым. В компании «Heart of the Swarm» основное место отводится Саре Керриган и ее жажде мести, а в «Legacy of the Void» солирует Протос Артанис. Сыграйте в одну из величайших научно-фантастических саг всех времен бесплатно!